Так, друзья, всем привет. Получил посылочку довольно-таки интересную, очень ее ждал, так как здесь находится такая интрига, можно сказать. Заказал все часики, настоящие брендовые Casio. Edifice называется. Модель вот написана с правой стороны. Ссылки будут в описании, переходите, смотрите, сколько оно стоит. На самом деле не самые дешевые часы, они должны быть брендовые, судя по комментариям у продавца на Алиэкспрессе. Пишут люди, что это настоящий оригинальный. Ну, к слову сказать, там есть оригинальный, как бы сказать, код, что ли, да? Вот так все выглядит. Где можно проверить подлинность часов, на оригинальность проверить, так сказать. 15 дней добиралась, отправил почтой Сингапура. В принципе, как и смартфоны отправляют. Давайте смотреть. Интрига в чем? В том, что действительно ли это настоящие часы, да? Если покупать на такие часы, допустим, на Play Market, да, где-то искать, то примерно цена там, ну, идет накрутка, ну, 1200, да. У этого продавца я покупал гораздо дешевле, еще даже на распродаже. То есть они обошлись не дешевле. Плюс ко всему, вот так вот все упаковано, плюс ко всему, если покупать где-нибудь у нас в магазине, прийти в какой-нибудь торговый центр, да, торговый дом, такие часы просто стоят сумасшедших денег, как по мне. А я как бы люблю часы, да, и хотелось бы, конечно, купить, но цена кусалась, так, как их открыть? Цена кусалась-то. И не позволяла. А тут смотрю, на Алиэкспрессе магазинчик, хорошие отзывы. Думаю, дай-ка проверю заодно. У меня рубрика есть про часы на канале. Ну как рубрика, в смысле... Блин, не повредите там покупку. Плейлист. Думаю, дай-ка заодно видео запишу. Давно. Мне вообще нравятся часы Casio. Вообще эта фирма. Это японская фирма. Ох, нифига, тут подарков поналожили. Ничего себе. Вот это да. Ну-ка, интересно, блин. Смотрите, как все упаковал продавец. Там подарочки положил, вижу. Один подарок, второй подарок. Наушники. Что-то еще. Клево. Тут, смотрите, вот так вот запечатано, круто. Вот это клево. Ну-ка. Ага, это я знаю, что это такое. Очень хорошая вещь и к теме. Прям по теме все. То есть это, чтобы вы могли вручную ремешок себе укоротить. То есть вот такой механизм выдвижной, там штыречек, и вот так вот. Думаю, хорошо видно, да? Хорошая вещь. Респект продавцу. Далее, что он положил? Casio. Вот так вот. Puma, Casio. Ну, какая-то рекламная брошюрка. Здесь интересно, что у меня. Ага, здесь, походу... Ну-ка. Моего тут нету, ничего. Ну, тут написан мой адрес. Я вот так вот прикрою. Вот так вот прикрою. Видите, вот так вот все выглядит. Бумаженция. Это чек, я так понимаю. Это хорошая вещь. Так, уже вижу, что все тут непросто и все круто. А тут что у нас? Благодарное письмо. Ничего себе. На английском и даже на русском языках. Ну, вообще, круто, очень круто. Ну, а на этой стороне... Вот так. Есть вот штрих-код отсканировать. В общем, хорошая бумаженция. Интересная. Как-нибудь почитаю. Так. Может, не знаю, надо будет, нет? Так, ножик уже не надо будет. Так что его, пожалуй, стоит сложить. Так, стоять. Штатив задел, извиняюсь. Что тут еще? Наушники по типу AirPods. Вот так вот выглядят они. Вот так вот. Как видите. Ну, я думаю, они много не стоят. Тем не менее, очень приятно, что вот таких два подарка кладет продавец. Это очень круто. Это пупырка хорошая такая. Так, ну, упаковал молодец, хорошо. Итак, выглядит все как на подарок. Можно заказывать.
не стрёмно подарить. Вот тут вот еще такая информация есть. Тут вот еще информация. Мне так на самом деле плохо видно. Я в основном показываю вам на камеру, что я нахожусь сбоку как бы. Так, это снимается. И тут еще вот так вот коробка перед нами предстает. Опять-таки с брендовой надписью. Casio Edit Weiss. Такая, знаете, темно-темно-синего цвета, приятного. Так, ну теперь самое интересное. Здесь у нас встречает такая бумажка. Как видите. Ну, в принципе, наверное, ничего вам интересного здесь нет. И самое интересное, это, конечно же, часы. Ага, там еще вот бумаженцы есть. Так вот. Где-то должен быть серийный номер, по которому я могу все проверить. То есть проверить оригинальность часов. Ну, вообще так все на достойном уровне. Интересно, где этот серийный номер? В самом деле. Ну да ладно. Пока все очень круто. Ух ты, они такие, знаете, увесистые. Ну, на подушечке. Давайте-ка я покажу, как это выглядит. Все на подушечке. Вот таким образом. Там несколько расцветок. Есть синяя расцветка. Есть полностью белый. Я выбрал такую классику. Черный вот так вот с остальным белым. Очень красивые. Очень красивые. Уже вижу, что качество... Во-первых, сверху пленка наклеена. Итак, что я хочу сказать? Что я могу сказать? Во-первых, такая вот тряпочка-веревочка. Ее, конечно же, надо будет снять. Стальной ремешок, минеральное стекло, которое должно меньше царапаться, чем обыкновенное стекло. Можно с ними плавать. Что еще? Хронограф. То есть вот эти кнопки, они функциональные. Дату можно выставить. Ну, что тут еще сказать. Размер циферблата, я там все записывал. Сзади информация о часах. Застежка, значит, стальная. Все в пленках. Тут вот скоба, как это, предохранитель. Вот так все работает. Довольно-таки неплохо. Давайте-ка я, наверное, привстану, чтобы было удобнее показывать. В макро попробую. Смотрите сами. Так, ну что, надо бы, конечно, пленочку снять и все остальное. Пока поставлю на паузу и продолжу потом. Так, ну смотрите. Вот она пленка, я уже ее надорвал. И перед нами предстает циферблат. Во всей, так сказать, его красе. Как видите, часы идут, как я уже сказал. Так, чтобы установить дату, надо до первого щечка оттянуть первую ступеньку, по-моему. Попробую сейчас сделать на камеру. Так. Ага, это время, это я, значит, переборщил. Ну-ка. Ага, вот пошло. Числа. Потом время можно в любую сторону крутить, да? Далее щелчок. Так, ну... Часы работают. Хочу сказать, что вот здесь вот на рисках, да, светонакопитель есть, то есть они будут светиться в темноте. Также и на стрелках. Далее, хронограф. Здесь вот так нажимаем. Пошел отчет времени. Секундная стрелка пошла, пошла. Потом стоп. Ну и сброс. Отлично. Все работает. Теперь давайте... Посмотрим поближе замок, как смотрится. Хром, сталь. Все красиво. Обратите внимание на браслетик. Вообще часы, конечно, смотрятся очень шикарно. Вот, допустим, с моими. Надо укорачивать, по моей руке делать. Это у меня китайские йоки, да, механические. И вот сравните с Casio. Эти даже весят, по-моему, чуть побольше. Я не помню точно, сколько там указано на сайте. Переходите по ссылкам в описании, смотрите. По-моему, около 120 грамм. Ну, такие приятный вес. Но не то, чтобы уж совсем тяжелые. Не как, знаете, паленый Китай делают дешевые часы по 20 баксов. Там вообще мрак. Это такая хорошая вещь. Так, давайте я примерю, как они будут на руке смотреться.
Так, еще раз покажу, как срабатывает замочек. То есть вот так это все дело. И предохранитель. Ну и на руке вот, вот так они смотрятся. Вот так они будут смотреться, укорачивать. Не зря продавец мне положил туда в подарок специальный станочек. Шикарные часы. Рекомендую продавца, естественно. Я, конечно же, проверю, но вы знаете, качество, оно всегда на первый взгляд видно. Можете проверить по серийному номеру. И сейчас я узнаю, какой там серийный номер точно, и укажу вам. Можете самолично проверить. Так, а собственно, это же гарантийный талон, на самом деле. И вот красным уникальный номер. То есть его вбиваете на сайте официальном кассе и проверяете на подлинность, так сказать. Что интересно, на бумаженцах присутствует русский язык. Тут вот русский. Видите, да? Можете поставить на паузу, почитать. Далее. Также и здесь есть русский язык. Ну, короче, я уже раскрывать не буду. Все эти бумаги имеют русский язык также в наличии. Вот. Ну, больше особо показывать здесь нечего. То есть, часы клевые, часы крутые вообще. Ныряйте, плавайте. Устойчивое минеральное стекло, опять-таки, я уже сказал. Окошко для даты месяца, да, все что надо, отличные часы, расцветки можете посмотреть, ну, ссылка в описании будет, да, там несколько расцветок, вот, на данный момент такая цена, но продавец постоянно скидывает, и, возможно, вы купите по скидке, то есть кладете в себе в корзину, и цена уменьшается, причем я покупал 2 раза дешевле, если на то пошло. Так, ну, крышка там, как я сказал, стальная. Там также пленочка приклеенная. Надо будет отклеивать. Ну вот. Думаю, особо больше показывать нечего. Хорошие часы. Подписывайтесь на канал. Будет много интересных вещей. Еще покажу. Ну и ставь лайк, если было достаточно интересным видео. Надеюсь, тебе оно пригодилось. Как видишь, заказывать часы такие с Китая можно и нужно. Все, до новых встреч, друзья!